Когда мы решили записать интервью с Балатом Каликбаевым, мы не предполагали, что на костылях и тяжело увечных ногах он пройдет пешком от поселка Заречный до кинотеатра «Локомотив». Поверить, что человек самостоятельно смог преодолеть такое расстояние, сложно. Но узнав о нем подробнее, мы изменили свое отношение к инвалиду. Балат создал собственное СТО, занимается также графическим дизайном. Человек привык сам зарабатывать на свой хлеб. Я благодарен, конечно, своему дяде, вот, предпринимателю, и Куралай Базарбаеву. Ну, всегда все поддерживали, кому бы я ни говорил свои идеи. Всегда я вот много кому благодарен. К тому же и вот были места, вот как авторынок Завказа Ярмарка. Я пришел со своими идеями, они меня поддержали и вот, дали мое первое место, где я буду работать. Вот, сразу нашли и сразу поняли, чем я хочу заняться, что это необходимо. Я вот, к счастью, вот, дай Аллах, вот, бывает, куда я не приду, свои идеи кладу, и все понимают, и все поддерживают в этом городе. Сегодня Балат стремится к новым горизонтам, открывать новые виды бизнеса. Конечно, как считает инвалид, в Казахстане людям с ограниченными возможностями живется неплохо. Но как только ты хочешь достичь нового уровня, начинаются проблемы и препоны. Налоги бывает не вовремя показываешь, потому что дойти до туда или еще что-то. Вот эти вещи. Если были бы какие-то облегчения в налоговых, мы платим точно так же, как и все. Никакого льготного, ничего нету. Ну, это, конечно, вот первое то, что ступень, которую мы бывает. Ну, во-вторых, ну, конечно, соревноваться с теми, вот, кто уже развился в этом отрасли. Это уже чуть-чуть сложновато. Несмотря на трудности, Балат считает, что самой сложной преградой для инвалида на пути к осуществлению желаний – это собственный страх. Страх всегда, но и съедает внутри человека. Вот, чтобы перешагнуть этот момент, сделать или не сделать, вот этот человеческий всегда вдруг бывает, вдруг не получится, вдруг люди не так поймут. Вот это всегда страх бывает у людей. У меня тоже изначально думал, сейчас, если не получится, как-то, может, и на тебя не так взглянут. Теперь Балат планирует создать 3D-видеостудию в нашем городе. Он считает, что новшество может заинтересовать актюбинцев. Балат Каликбаев своим примером доказал, что инвалиды могут и должны быть активными не для доказательства полноценности, а чтобы реализовать свои мечты.